конкурс «Дети читают стихи», образцовый театр студии «Веселый ветер», Республика Коми, город Воркута. Печатному Марии, 12 лет. Константин Ваншенкин. Я спешу, извините меня. Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных просторах великих, беспредельные дали мне, поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня. Говорю вам как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите? Ну что же, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Посидите со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.